Всем хай гайс, ребят, с вами я, Саша, и сегодня будет челлендж, и он будет называться «Играй с тем, с чего тебя убьют». Да, в этом челлендже, например, меня опять же убивают, опять же, с 5-7 или с Токнайна, значит, я беру 5-7 или Токнайн. А если мне не хватает денег, то я беру то оружие, на которое мне хватает денег. Но перед этим поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать самое новое видео. А мы погнали к ролику. В первом раунде можно брать все, что ты хочешь из пистолета. Поэтому я беру 5-7. И какой у меня пинг? 80. Пошли тащить. Минус. Ну вот, ребят, мы затащили раунд, и у меня один кит. Ладно. Пока нас не убили, я играю до сих пор с 5-7. Так, это мы уберем сюда. Идем дальше играть с 5-7. А гранаты можно покупать в любом случае. Минус. Пошли дальше. Мы не имеем права. Блин. Эх, меня убили с АК, значит, если мне хватит денег, то я беру М4. Да, мы можем брать противоположное оружие. Например, опять же, меня убили с АК, противоположное. Это М4. Поэтому я беру М4. И, ребят, если я убью кого-то с М4, а у того игрока АК, то я имею право взять, потому что, опять же, это то же самое оружие, только в другой команде. Ну, противоположно. Опять же, если я убил кого-то с 5-7, и у него есть Токнайн, я имею право взять его. А не имею права взять, если я убил, например, с М4, а у него Фамус, я не имею права взять. Блин, я боюсь. Ладно, пошли. Блин, мне двоих убивать, ну ладно. Мы справимся, вперед. Блин, меня убили с этого оружия, значит, я беру... Блин, я не могу фаму взять, значит, я беру то оружие, на которое мне хватает денег. Я имею право взять любое оружие, если мне не хватает денег на то оружие, с которого я должен играть. Я, например, возьму импульс. Я имею право. Да, это новая рубрика на моем канале, и кто хочет, чтобы я ее продолжал, иди в жопу. Кто хочет, чтобы я ее продолжал, ставьте лайк и напишите комментарий. Опа, дым пошел. Ой. Меня убили с АКР-12, значит, я возьму, походу, М16. Ладно. Так, ребят, я, значит, беру М16, но я не могу. И да, ребят, у меня вылетела катка, вылетел монтаж весь. И сейчас будет другая катка, но она тоже была интересной, поэтому смотрите на экран. Идеальное имя. 6-6-6-6-6-6-6-6-6. Ха. Дебил. Да блин, куня пинг. О-о-о. Всё понятно. О, Рик Про.
Хань, отправь. Блин. А. Фига, 31. Я вода, пап. Ну, блин. Так, ладно. И всё-таки я на первый раунд не попался, поэтому мы берем то, что нам... Сейчас интернет. Я 159 пинг. Что такого? А, что? 161 пинг. О! А видел одного. Сколько? А где? Понял. Значит, мы берем опять Халк. Так. Нам не хватило на... О! Раз мы можем взять. Блин, ты говно. Блин, я ничего не могу взять, кроме говна. Хотя я имею право взять то оружие, с которого я думаю, да? Блин, сюда все, я всех вас повалю на бок. Блин, где все? Блин, где все, а? Bomb has been planted. Вот, блин, говно. А ты идешь, может... А, да. Я не убиваю все... А, хотя убей всех наших. Terrorists win. Ну, блин. Я последний. Блин, я не ничего не могу взять. Ух ты какой. А, давай. Нет, верни мой. Верни мой. Все, пошли дальше. Сюда, давай, иди на него. Говно не. Блин. Нифига. Меня убили с М4, значит я беру АКР. И с пистолетов я ничего не имею права брать. Так, меня тут опять убили с М4. Ладно, пойдем опять к. Говно! Ну блин, третий раз подряд меня убивают с М4. Бесит. Гиперспортсмен, может, и затащишься. Фига себе. Два гиперспортсмена из одной и той же команды. Гиперспортсмен, ну конечно не тащит. Слава богу, сюда скин не зашел. То бы сейчас всем жопа была. Может, вы знаете, как скил играет. Опять берем АК, идем играть. Нет. Да, мы не пойдем. Хотя...
Так. Откуда стреляют? А интересно, здесь эти новые. А! Минус. Ай. Да опять М4 бесит. Опять сока убейте меня с чего-нибудь другого. А вот вообще не убивать. Хотя убейте. Я не могу больше сока есть. Я обычно всегда сока играю. Не по тактике играть. Ладно. О! Я видел тебя. Гарнут. Блин, квадрат жестко. А, сдохни. Почему мне так лагает, даже попасть нормально не могу. А, блин. Опять сока. Ладно, хоть бы я. Время уже 6 минут. Наверное, сейчас еще один раунд и все, видео закончу. Понял. Так, а теперь вышел, да? По файмене тебя надо назвать. И так без фамилии. Так, значит он там. Если бомба там, значит он там. Потому что я бы на его месте бомбу охранял. Ну, там. Значит, я буду вот так. Я обойду. Эти. Что-то лагаешь так. Ну, ладно, ребят, кому нравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать все новые видео. Я выиграл. Ну, а с вами был я, Саша, и всем бай, гайз! Пижим!